Доброе утро. Всем хорошего дня. Мы на прогулку. Вон бусинку одела. Сейчас ей шлейку и эту и кофточку с кифами померяла. Ну, в принципе, классно подходит. Так. В общем, идем на прогулку. Сейчас посмотрю, как она будет в кофте. Она замерла, как обычно. И скифуша тут уже висит у меня на руках. Сейчас отпущу. И пойдем прогуляемся. Она уже так неплохо бегает. Мы же в шлейке. Ну, в шлейке, конечно, лучше. А? Доброе утро. Все спят еще. Уже все спят, да, скифуша, скажи? Дремаем. Снимала, друзья. Доброе утро еще раз. Короче, снимала в таком верхнем формате, вертикальном. Сейчас переснимем. Ну, еще вышли мы на прогулку. Вон, если скиф, он, смотрите, как активничает. То бусинка, вон замерла, делаю ему ей кофту, может сейчас неудобно, может сниму сейчас шлеечку, может ей будет чуть поудобнее. Давай сниму с себя, давай. Ой, ты тюндра ты, тюндровая. Давай, беги гуляй, все, беги, Писюша, сняла с себя оковы. Ну вот шлейка, на такой шлейке мы ходим. Ну самая маленькая, что была, максимально все я затянула, вот видите, до конца. Вот. Потому что пробую шлейку такую вот, которая состоит из вот таких вот, сейчас камера сфокусируется, из вот таких вот просто тонких веревочек, без привет, скифуш, без, ну, вот такой вот, как это сказать, тряпочки, да, или чего, то не так, она ее под лапки поджимает, она не хочет в ней ходить, а в этой ходит, хоть и так с трудом, чешется, все время останавливается, но ходит. Ну, сейчас вот надеюсь, что она разморозится и в кофте, все-таки на скифа посмотрит, что он тут активничает. О, что-то зашевелилось. Ну, смотрите, как ей подходит классно скифа кофта. На скифа она чуть-чуть коротковатая, а этой косотки вот такой вот, да, Бусяша? Вот покажу еще тоже сейчас, пока они гуляют. Скиф, иди сюда, не ходи туда. Купила еще скифу поводок наш на прогулке прям вчера. Растянулся, причем я не тянула ничего, он себя спокойно шел, и раз у меня вот эта штука, она просто, ну, просто обвисла и все. И зашла в супермаркет, который рядом с нами, купила вот такую рулетку. Ну, вы знаете, она на 5 метров. Это никогда не пользовалась 5-метровой, всегда 3 метра. Вот, ну, буси, это от бусина рулетка. Она на 3 метра. И у скифа была такая же, только синенькая. Но на 5 метров вообще просто рекомендую. Настолько удобно, она более длинная. Ну, классно. Единственное, что фиксатор вот тут, вот он вот такой вот. Ну, как бы не сильно удобно. Мне удобнее, вот как было у скифа тоже. Вот тут вот, ну, вот такой нажималка, вот как показать, вот. А у скифа была кнопка. Ну, так нажал и зажал. А у скифа была кнопка и потом тоже фиксатор. Ну, было удобно. Вот здесь вот немножко, вот когда резко надо его тормознуть, то вот это вот, ну, пока, или, может, я не привыкла, не знаю. Но 5 метров однозначно рекомендую. Классная, классная вещь. Нам на порядок удобнее, на порядок длиннее. Ну, тут уж шучу, бусинку ходить на поводках. О, наша красавица начала двигаться. Ура, ура, друзья. Ой, что-то там у нее лапа, что ли, вылетела. Да, походу, лапа слетела. Сейчас поправлю. Ой, стой. Что, у тебя лапа вылетела, да? Лапа попала, как обычно, никуда надо. Давай, давай лапульку свою. Что у тебя эти лапы в разные... Буся, ну, я ж поправляю, а ты куда-то бежишь. Давай, вот, все. Все, лапа есть на месте. Все нормально. Все, гуляй. Продолжай двигаться. Трясется, боже, боже. Ой, этот ребенок, конечно... Ну, ребенок, что говорить. Одним словом, ребенок. Гуляй. Давай хоть пописюшей. Уже сделай что-нибудь. Но она много пьет. Вот я смотрю. Ой, она даже не пописюшая, а даже. Ой, сейчас закрою. Не буду вам показывать. Это неприлично вроде как. Скифуша, иди сюда. Иди сюда, куда ты пошел. Иди ко мне. Скиф, иди ко мне. Ой, все сделала. Все, счастливый ребенок. Все нормально. Но писи это намного, она много водички пьет, ночью тоже ставлю ей воду, и она много писит, и ночью встает, писит, я же слышу, как пеленочка шебуршит. Бусинка, иди сюда, иди ко мне, иди, моя хорошая, идемте гулять, ребята. Слушайте, вот сделали мы уже делишки, наконец-то она раздуплилась, идет. Такая характерная, но в принципе послушный ребенок, нормально идет, а я радуюсь. Так интересно, скифуш, стой.
Вы мне пишете насчет прививок, что вот, ну, Буся, фу, нельзя. Короткие видео, в общем, буду немножко как-то более информативно давать, а то тоже мне Дима говорит, что да, чего ты не рассказала, какая прививка, какая все, что-то не сообразила. В общем, я, он зверь, смотрите, увидел, он дворник убирает. Да, все, разошлась, смотрите. Кифушу взяла на поводок, уж и так, ой, удобней. Конечно, уж вдвоем не сильно. А это, вон, смотри, деловая колбаса. Ну, так вот, насчет прививки, в общем, расскажу вам. Пошли тоже мне. Чихуа деловая. Пошли. В общем, расскажу вам по прививкам. Сяду, прям сделаю видео. Пошли, бусинка, пошли. Идем ко мне. Скорей. Молодец, хорошо. В общем, расскажу, какие прививки мы делали, какая очередность. В общем-то, в ближайшие сейчас вот сниму и выложу вам, покажу, расскажу. А то действительно как-то получается, идем на прививку. Какая прививка, зачем, что, непонятно ничего. В общем, как-то я так по-быстрому сняла. Вот. Ну, это действительно было так как-то и быстро, и... Ой, там вышла собака такая гавкучая, маленькая гавкучая. Да, Буся, скажи? Маленькая гавкучая. Хорошо, что ты у меня не такая. В общем, деловашка. Ну, видишь, Скиф, как делает все потихонечку. А это, конечно, все. Домой вот она бежит прекрасно. Вот она, видно, понимает, что домой. И бежит чудесно. Нельзя. Пошли. Свитер жрет. В общем, и хочу ее попробовать снять, чтобы она шла. Нашла сразу какую-то себе фигню. И жрать. Жрун. Хочу попробовать ее, чтобы она по ступенькам шла. Ну, я думаю, это будет тоже хорошо. Вот она уже тут поднимается. Вот сейчас вам покажу. Смотрите, даже сама. А, нет, стоит, ждет. Пошли, Бусяша, пошли. Ой, какая умница. Вон, видите, как... Ой, есть... Ой, лапка не вылезла. Ну, прекрасно. Слушайте, кофта подошла. Не надо покупать, сэкономим. Да, скажи, сэкономим. Кифуш, пошли, что ты встал? Пошли. Кифуша, пошли.